Петропавловске прошли комплексные пожарно-тактические учения. В них задействовали жильцов многоэтажного дома по улице Жабаева. Цель проведения мероприятия – проверка эффективности плана защиты объекта, а также формирование и укрепление культуры безопасности среди населения. Подробнее расскажет Камиля Хамидуллина. По замыслу, на 8-м этаже дома произошло возгорание бытовой техники и мебели. Прибывшие на место пожарные подразделения произвели эвакуацию и спасение жителей с применением автолестниц и носилок. В городе Алма-Ате, где среди людей возникла паника, и люди, не зная правил пожарной безопасности, прыгали с верхних этажей, провели учения для отработки действий пожарных подразделений, а также для обучения населения правилам действия при пожарах в зданиях повышенной этажности. В учении участвовали 70 сотрудников пожарной команды и задействовали 17 единиц техники. Кроме того, на месте работала медицинская служба, которая оказывала первую помощь пострадавшим. С жильцами дома проведены профилактические беседы. Согласовав с акиматом города Петропавловска, с пожарной частью, с ЧС, мы со всеми согласовали и решили провести учение. Для того, чтобы люди видели, чтобы не было паники, чтобы они могли сориентироваться, как вести себя. Пожарно-тактические учения находятся под контролем Министерства по чрезвычайным ситуациям, которое направляет усилия на обучение населения мерам безопасности. Аналогичные мероприятия планируется провести в образовательных учреждениях. Камиля Хамидуллина, Анатолий Белонок, служба новостей.